Итак, вот загружен киоск. В принципе, мы поставили одну минуту для ожидания скринсейвера. То есть через одну минуту бездействия он должен запускать скринсейвер. Сейчас попытаемся подождать этого результата. Скринсейверы у нас или простые файлы изображения, мы их называем лучше латинскими именами, без пробелов, можно вообще 01, 02, 03 и так далее, и зипуем их в архив zip. И этот архив кладется на сервер. И вот все содержимое этого архива по очереди показывается. Если же у нас видео, то мы делаем один файл видео, и он показывается во время простоя. Соответственно, если человек подходит, нажимает кнопку, экран, и может продолжить работать. Значит, что мы можем сделать еще? Мы можем удаленный доступ на наш киоск сделать. У меня он получает адрес 123 SSH root 10.128.0.123. Вот он первый раз запрашивает у нас fingerprint принять. Мы его приняли. Пароль мы там, помню, записали 1 2 3 4 5 6. Вот, собственно, мы подсоединились. Для чего? То мы можем перегрузить reboot, и все перегружается. Все. Значит, и кроме этого мы можем подключиться по VNC. Значит, пишем 10.128.0.123. Ну, у меня тут простейший VNC клиент. И вот у нас VNC открылся. Вот, собственно, наш киоск. Вот VNC. Вот видите, такая стрелочка большая. И мы даже тут можем как-то передвигаться. Ну, пожалуй, и все. Если будут какие-то вопросы, то ответы я на эти вопросы вам предоставлю.